Я очень рад, что вы присоединились ко мне сегодня на фестивале Манны. Мы получаем от вас много писем, в которых вы рассказываете о том, как проходите через самые странные битвы в своей христианской жизни. Некоторые из них странные, другие непонятные. Некоторые из вас сталкиваются с психологическими битвами, с которыми вы не сталкивались ранее. Многие из вас верят Богу, но вы переживаете тревогу и страх. Сегодня я хочу поделиться с вами словом, которое касается главных стратегий сатаны в последнее время. Второе послание Коринфянам, 2 глава, 11 стих. Это очень важный стих, и мы разберемся с ним. «Что бы ни сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы». Контекст этого стиха весьма необычный. Он описан церкви в Коринфе, и он касается ситуации внутри церкви. Все члены церкви знали о ней, но не решали ее. И вот в чем была проблема. В их собрании был молодой человек, который совершал сексуальный блуд с женой своего отца, своей мачехой. Эта мачеха занималась сексом со своим пасынком. Церковь знала об этом, но ничего не говорила. Они допускали это. Возможно, это была какая-то важная семья. Я не знаю, в чем было дело, но Павел настолько был недоволен тем фактом, что церковь допускала это, что он сказал: «Я предам этого молодого человека сатане для измождения плоти, чтобы в итоге его душа спаслась». Мы не знаем, что случилось. У этого молодого человека была какая-то болезнь и немощь. Возможно, это была череда проблем, которые поразили его. В итоге это привело к тому, что он обратился к Богу и покаялся. А проблема была вот в чем. Это важно, потому что это связано со стратегиями сатаны. Проблема была в том, что церковь не простила этого молодого человека, который покаялся. Я повторю снова. Церковь продолжала говорить о его грехе, о том, что он сделал после того, как он покаялся. А это грех. Вспоминать грех, в котором покаялись. Мы рассмотрим это подробнее через минуту. Павел пишет во втором послании к Коринфянам: «Для такого довольно всего наказание от многих». А затем он говорит: «Я простил его. Если я простил его, то и вы должны простить, дабы он не был поглощен чрезмерную печалью». Иными словами, он говорит церкви: «Вы лишь добавляете скорби тому, кто и так скорбит о том плохом, что он сделал. Вы должны остановиться». Он говорит: «Вы должны простить. Я простил». Вот в чем особенность Павла. Когда вам многое прощено, Павел участвовал в убийстве Стефана. Он арестовывал христиан. Когда вам многое прощено, вы учитесь прощать многое. Если же вы не думаете, что вам многое прощено, вы не любите и не прощаете многое. Это факт. Вот почему возникает плохое отношение к проблемам людей. В контексте того, что они должны простить этого юношу и поступить правильно в глазах Бога, Павел пишет: «Чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умы». Он говорит, что этот вопрос непрощения связан с двумя вещами. Это умысел сатаны. Он не хочет, чтобы мы прощали кого-то. Но это не просто умысел. Сатана использует непрощение, чтобы нанести нам ущерб или воспользоваться нами. Это важно. Греческое слово «ущерб» переводится как «достать и воспользоваться». Сатана сможет достать вас и воспользоваться вами, если вы не сделаете того, о чем Павел говорит церкви. А слово «умыслы», ибо нам не безызвестны его умыслы, на греческом говорит об использовании разума. Сатана будет использовать ваш разум, контролировать ваши мысли, посылать стрелы против вас в разуме, если вы не сделаете того, о чем учит апостол Павел. То есть, когда человек кается или просит прощения, вы должны забыть об этом и пойти дальше. Только лишь в этом случае, если человек хочет использовать эту ситуацию для свидетельства, не нужно сплетничать. Некоторые люди говорят: «Я должен засвидетельствовать», и рассказывают что-то о другом человеке. Это не от Бога. Это плоть и гордыня.
Если вы хотите, используйте свой пример, чтобы рассказать о том, как Бог вывел вас, как Он освободил вас, как благость Божья остановила врага. Приносите славу Богу. А вот что я пытаюсь вам показать. Главные стратегии. Я не раз видел их за 46 лет своего служения. Главная стратегия врага, которая не дает многим получить исцеление, финансовые благословения, избавиться от вины, осуждения и стыда, это тот факт, что люди не простили других за то, что они сделали им плохого. Или человек не прощает себя и живет в стыде и осуждении. Библия говорит, что если сердце осуждает тебя, то у тебя не только не будет мира с Богом, но ты не будешь уверен и в молитве. Я хочу, чтобы вы задумались о том, сколько раз вы, вместо того, чтобы молиться за свои нужды, за проблемы, кризисы. Я хочу сказать сразу, что проблема не в вас. Послание Иакова, 5 глава. Позовите старейшин церкви, чтобы они молились. Позвоните своим молитвенным партнерам. Мы постоянно так делаем. Проблема в том, что люди часто приходят на молитву с горечью в духе в отношении других людей и ситуаций. За них молятся, но ничего не происходит. Послушайте, что я вам скажу. Бог не может благословить вас, если вы не готовы простить кого-то. Я скажу это еще раз. Бог не может благословить вас или помочь вам. Вы связали Ему руки, если не готовы отпустить людей и живете с непрощением. Вот в чем принцип. Бог простил вам грехи. Он спас вас от ада. Он требует от вас, чтобы и вы были готовы прощать других людей в их плохих поступках к вам. Я знаю таких людей. Мой отец сталкивался с людьми, которые поступали неправильно с ним. Господь говорил моему отцу, «У них слишком много эго, чтобы попросить у тебя прощения самим. Они не попросят у тебя прощения». Как-то давно одна женщина написала у себя на странице в Фейсбуке, «Главная слабость моего мужа состоит в том, что он никогда не признает, что поступил в чем-то неправильно». Это ужасно. Это гордыня. Это гордыня на стероидах. Вы могли принять неверное решение, сказать неправильные слова. И вы говорите, «Я ни в чем не буду каяться. Я не виноват». Это гордыня. Но я хочу вернуться к серьезной проблеме. Когда вопрос касается главной стратегии сатаны, то мы должны понимать, что он хочет, чтобы вы были связаны в уме и духе теми вещами, которые вы не можете контролировать. Он хочет, чтобы вы обвиняли другого человека в его ошибках. Я повторю это еще раз. Когда ваш рот открывается и обвиняет кого-то в его ошибках, я много раз видел, как люди, пошедшие этим путем, «А вот сейчас я расскажу, что знаю и слышал», пошедшие этим путем, начинают со временем судить других. Но Бог будет судить вас тем же судом, каким вы судили этих людей. Я видел, как люди критиковали тех, кто совершал ошибки. Сейчас они сами служители. Я видел, как эти служители, когда мне было еще лет 18-19, проводили собрания и критиковали других. Через несколько лет после этого этот же проповедник впал в тот же грех, в тот же, за который он критиковал другого человека. Однажды я спросил Господа, «А почему это случилось?» Он сказал, «Прочитай 63-й псалом, те стрелы, которые ты посылаешь, которые называются горькими словами, обращаются против тебя». Даже Давид молился о том, чтобы слова такого человека вернулись к нему. Если человек говорит такие слова, то он сам уничтожает себя ими, потому что тот же суд вернется к нему.
Это закон Божий. Вы не можете изменить этот закон. Тот суд, которым вы судите, вернется к вам лично. То, что вы критикуете и за что осуждаете другого человека, вернется к вам. Я помню, как мой отец был пастырем. У него в церкви были очень строгие люди. Моя дочь никогда не забеременеет. И знаете что? Обе дочери этого человека забеременели вне брака. Были люди, которые говорили: «Его дети принимают наркотики. Я бы своим такого не разрешил. С моими такого никогда бы не случилось». И знаете, что произошло? Все его дети стали наркоманами. А все потому, что это стратегия врага. Он хочет, чтобы ваша защитная ограда рухнула. Почему он этого так сильно желает? Для этого нужно понимать, что происходит в таком случае. Так сатана может получить доступ, как сказано в книге Иова, к вашему богатству, к вашему имению. Он не дает вам процветать. Он даже может получить доступ к вашим детям. Я не считаю, что он может убить праведника, потому что у него больше нет ключей от смерти. Но если посмотреть на то, как ограда защищала семью Иова, и на то, что случилось после того, как этой защиты не стало, вы поймете, насколько это опасно. Враг также нападает и на здоровье. Он сделал это с Иовом. Он атаковал его здоровье, и на его теле появились раны. Ваша ограда важна. Ваша ограда — это Слово Божие. Сила Духа Святого и ангелы, которые могут защитить вас и построить стены, преграды. Мы читаем об этом в разных местах Ветхого Завета. Но ограды может не стать, если вы уберете ее. 63-й Псалом говорит, что мы убираем ее через горькие слова, стрелы, злые слова, которые возвращаются и пронзают ваши стены, руша их. Я помню одного служителя Евангелия, который прошел через трудные вещи. Он сказал: «Я молился и молился, но никак не мог освободиться. Я не понимал, почему Господь не помогает мне». Я знал этого человека, его послание. За столом он всегда осуждал других проповедников, кроме себя. Он был лучшим проповедником в мире. Он буквально осуждал всех других проповедников. Я знаю это потому, что мои друзья встречались с ним. Он был против того и против этого. Иначе говоря, из-за его критики Бог сказал: «Ты критикуешь людей, которые упали в определенных ситуациях. Я позволю тебе пережить то же, что и они. Посмотрим, устоишь ли ты». Вот что может случиться. Ограда может исчезнуть. Вы можете критиковать других за то, что их дети наркоманы, что их дочь забеременела, что их брак разрушается и так далее. Вы всегда сможете найти нечто негативное у служителя. Но я хочу сказать вам нечто. Вы можете говорить, что вы благословлены при входе и выходе. Но наступит день, когда все это вернется к вам. Если вы не избавитесь от этого в духе, в некоторых случаях, если вы не извинитесь за то, что говорили, что распространяли сплетни, то все это вернется к вам. Павел сказал, что это может привести к тому, что человек будет предан сатане для измождения плоти, если это связано со грехом. Внезапно у вас возникают различные проблемы. Вам кажется, что ваш мир распадается на части. В этот момент к вам придет наказание от Господа. Библия говорит, чтобы мы не отвергали наказание от Господа. Если вам кажется, что Бог наказывает вас за что-то, то помните о том, что Господь наказывает вас во благо. Мы наказываем своих детей, чтобы они не были разбалованными и не потакали все время своим желаниям. Дисциплина важна для детей, чтобы направить их на верный путь. То же самое касается нашего Отца Бога, потому что мы — Его сыновья и дочери. Бывают времена, когда Он допускает наказание.
Сейчас я прочитаю вам высказывания и прокомментирую их. Это 7 фактов из, как я ее называю, методички врага. Первое. Мы сами навлекаем на себя многие из наших битв. Посмотрите на Самсона и на Давида. Сатана искушал их, но они сами поддались и создали себе проблемы. Не забывайте об этом. Далее, второе. Большинство побед сатаны происходит из-за того, что мы ничего не делаем. Когда сатана обратился против Иисуса в Евангелии от Луки 4 главе и в Евангелии от Матфея 4 главе, Иисус процитировал ему Слово Божие. Он сделал что-то, когда начались атаки. Опять же, большинство побед сатаны происходит из-за того, что мы ничего не делаем. Третье. Демоны любят тьму, а наша тьма — это наше неведение. Иными словами, как писал Павел, мы не должны быть в неведении о замыслах сатаны. Кто-то скажет, неведение — это благословение. Нет. От неведения вы можете погибнуть. Неведение может лишить вас здоровья. Не говорите, что неведение — это блаженство. Это не так. Мы должны знать Слово Господа. Нам нужны знания, свет, чтобы противостоять тьме. Да? И четвертое. Послушайте, это то, что Господь открыл мне много лет назад. Мы говорим о том, чтобы запрещать врагу, запрещать сатане. Библия говорит, чтобы мы противостояли дьяволу, и тогда он убежит от нас. Однако сатана не обязан повиноваться нашим запретам, если в нас есть непрощение. А вот что это означает. Сатана не обязан повиноваться нашим запретам, если в нас есть непрощение. Непрощение — это ужасный грех. Он настолько ужасен в глазах Бога, что сатана не обязан слушаться наших запретов, когда мы ходим в непрощении. А вы можете запрещать ему хоть весь день, я запрещаю. А знаете, что это? Это слова. Но когда мы правы в сердце и разуме перед Богом, тогда наш запрет имеет власть благодаря праведности Божией во Христе Иисусе. Вот еще один. Замыслы сатаны хранятся в тайне и не открываются другим. Другим, если их не откроет Дух Святой. Это очень важно. Мы должны молиться в Духе. Библия говорит, что молясь в Духе, на молитвенном языке Духа, мы говорим тайны. А тайны — это то, о чем мы не знаем, что не видим, они скрыты. Тайны — это нечто скрытое. Сатана может строить стратегии, которые он скрывает от нас. Чаще всего стратегии сатаны воплощаются через других людей. Я хочу, чтобы вы поняли это. 90% всех проблем, которые были у меня в жизни, были связаны с людьми, которых использовал враг, а не самим сатаной. Он использует людей. Это его средство. Они становятся его голосом. Мир сталкивается с искушениями в голове, а не со слышимым голосом сатаны. Обычно он не говорит «Я сатана и хочу, чтобы ты сделал это». Но у людей возникают мысли. И когда мы говорим что-то против Слова Божьего, Библия называет это пустыми словами. Когда мы говорим пустые слова, нам придется дать отчет за это на суде. Именно эти вещи и позволяют врагу просунуть ногу в дверь. Храните сердце своем, потому что из него источники жизни. Прислушивайтесь к тому, что слышится. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям. Жизнь и смерть во власти языка. Пусть ваше «да» будет «да», а «нет» — «нет». Посмотрите стихи про слова. Вот как проникает враг. Он проникает через ваши слова. Мы раскрываем стратегии сатаны в последнее время. Итак, вот она, еще одна. Вы не можете победить то, что допускаете. Например, если у вас есть привычка, и вы допускаете ее, то никогда не победите ее. А если у вас есть бремя и запинающий грех, и вам нравится этот грех, вы не хотите отказаться от него, то вы никогда не получите победы, пока у вас не появится желание отказаться от этого греха. Иными словами, вы никогда не победите то, что допускаете. Ну и последнее, что я хочу сказать, без божественного присутствия демонам становится комфортно. Вот почему так важно ходить в церковь, иметь общину, общаться с семьей Божьей.
Каждый вторник у нас проходит служение. По пятницам у нас молодежное служение. В четверг у нас молитва. Мы не традиционная церковь, а собрание людей, которые собираются ради Бога. А вот почему. Я хочу сказать вам, почему так важно не сидеть в одном лишь интернете и смотреть служение в интернете, а ходить на служение. Служение через хвалу, поклонение и молитву дают вам прийти во дворы Божьи, укрепиться в вере, подняться, ободриться, исцелиться, освободиться. Конечно, то же самое может происходить и через интернет, но демоническим силам становится комфортно без присутствия Божьего. Точно так же им становится некомфортно, если мы приходим во дворы Божьи. Также я хочу сказать, что внезапные бури часто предшествуют великим победам. У меня осталась еще страница записей, которую я даже не начал. Бог побудил меня сказать вам, чтобы вы избавились от горечи, отвержения, оставили гордыню, исповедовались в грехах друг перед другом и молились, чтобы исцелиться. Прощайте людей и отпускайте их. Поступайте правильно. В противном случае вас ждет то, о чем Павел говорит во втором послании к Коринфянам, 11 главе. Сатана будет использовать вас. Я не хочу, чтобы это случилось со мной или с вами, ведь мы победители. Мы также предлагаем вам важную книгу. Я вернусь через минуту. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Пожалуйста, уделите мне все свое внимание. Несколько месяцев назад мирской экономист заявил, что грядет новый глобальный сброс. Тогда я услышал в своем духе эту фразу «апокалиптический сброс Америки». Несколько недель я просыпался рано утром и получал череду пророческих откровений, которые я собрал в своей новой книге «Апокалиптический сброс Америки». Эту книгу обязаны прочитать все христиане, которые любят библейские пророчества, консервативные американцы и патриоты. 19 подробных глав раскрывают те планы, которые сейчас строятся в тайне и будут публично установлены над нами, американским народом, а также то, как нам противостать им. Я нашел поразительные древние пророческие параллели и шаблоны, некоторым из которых более 4000 лет. Они повторяются сейчас в Соединенных Штатах. Я рассматриваю великий вавилонский сброс Америки и спланированное гонение христиан, самостоятельное проклятие Америки, которое принесет суд на страну. Грядущая стычка с Иезавелью, женщина, которая станет президентом, как нам себя вести? Почему мы должны противостать коррумпированному правительству? Я раскрываю уникальные параллели с Кремниевой долиной, а также планы по банкротству и экономическому сбросу Америки. Кроме того, я расскажу, как функционировать, когда церкви придется уйти в подполье. Я получил уникальное откровение о президенте Трампе и шаблоне, который открывает историю. У меня также есть глава о том, почему пророки поняли все неверно. Дамы и господа, это самая важная книга в истории моего служения, особенно в наше время. Но и это не все. Я также добавил к ней новую инсайдерскую информацию на двух аудиодисках. Это 2 часа подробной информации, которой я не буду делиться в соцсетях. Учитывая то, в какой ситуации мы находимся сейчас, большая часть этой информации будет заблокирована, если бы я делился ей открыто. Эти 2 часа содержат библейские, политические, национальные и межнациональные открытия и информацию, которую вы, скорее всего, никогда не слышали. Это только для тех, кто любит истину. Закажите сейчас этот набор, который состоит из моей новой книги и 2-часовой аудиодисков на нашем сайте или позвонив по телефону, который вы видите на экране. Вы также можете написать мне по адресу, который сейчас указан на экранах ваших телевизоров. Вы можете получить этот набор за $35 или больше. Заказывайте предложение АПР-140. Я раскрою радикальных глобалистов и людей, которые хотят заткнуть рот христианам, патриотам и консерваторам. Я говорю не только о себе, но и обо всех людях доброй совести, доброй воли. Мы покажем вам в книге, что мы можем сделать, если объединимся.
Я очень хочу, чтобы вы прочитали эту новую уникальную книгу. Эту книгу обязаны прочитать все христиане, которые любят библейские пророчества, и все патриоты. Вы даже не можете себе представить, насколько важен тот ресурс, который мы предлагаем вам сегодня. Я благодарен вам за то, как вы приняли его, за ваши комментарии. Но, учитывая то состояние, в котором сейчас находится наш мир, я считаю, что это самая важная пророческая книга за 46 лет моего служения. Я надеюсь, что вы закажете свой экземпляр и сборник из двух дисков. Мы планируем побывать в некоторых местах осенью. Следите за информацией на экране, пока я буду рассказывать вам, куда мы приедем. Мы приедем в Оук Гроув, Арканзас, на одно служение 29 сентября в Ассамблею Божью «Урожай». Надеемся увидеть вас там. Не забывайте, что наше главное мероприятие пройдет с 5 по 9 октября в Кливленде. После этого мы поедем в Faith Landmarks Ministries в Ричмонд, штат Вирджиния. Это будет 10 октября. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам. Мы приедем в Уильямсон Мемориал Филдхаус, что в Уильямсоне, Западная Вирджиния. Пробудем там с 23 по 25 октября. 24 я буду проповедовать в региональной церкви Божьей. Это будет в субботу. Мы будем в Филдхаус 23 и 25, а в региональной церкви Божьей 24. Мы любим Западную Вирджинию. Если на то будет воля Божья, то с 7 по 12 ноября мы будем служить на двух островах Гавайев. Если вы смотрите нас там, то следите за информацией на сайте. Мы также хотим напомнить вам, что каждую среду мы молимся в Международной школе слова. Мы начинаем в 6. Вы также можете приехать к нам, чтобы за вас помолились. Во вторник и в пятницу мы также проводим служение в рампе. В пятницу у нас молодежное служение, а во вторник у нас главное служение. Мы хотим, чтобы вы участвовали во всем этом. А если вы хотите изучать Слово Божие, то заходите на сайт Международной школы слова. Мы поможем вам в этом. Мы также хотим поблагодарить всех вас, кто подписался на наш канал на YouTube и в соцсетях. Не забывайте про наш сайт. Привет, это Перри Стоун. Присоединяйтесь к нашей команде. Это Джон Килпатрик, Дженсен Франклин, Томми Бейтс, Карен Пэк и многие другие. Осенью у нас состоится собрание, наполненное силой Святого Духа. Оно пройдет с 5 октября по 9 октября в Международном центре «Омега», Кливленд, Теннесси. Мы будем рады увидеться с вами.